Привет всем! Это прямой эфир Инстаграм. Сейчас кого-нибудь подождем, чтобы нам подтвердили качество связи обратное. Здравствуйте! Здрасте! Скажите, пожалуйста, какое у нас качество связи? Мы дальше эфир пишем. Привет, 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 привет. Все окей. Хорошо, я буду считать, что вы подтвердили мне хорошее качество связи. Все, еще раз вижу, да, что хорошая связь. Всем добрый вечер, доброго времени суток, если у вас уже ночь. Сегодня у нас любимый стандарт. Ваши вопросы и мои, да, пишем, и мои ответы. Так что можете мне задавать ваши вопросы и писать свои сны. Ну, я как всегда напомню, что постарайтесь, пожалуйста, если у вас очень большие сюжеты снов, то они в комментарии не поместятся. И если вы напишете такой сон не весь, ну, скорее всего, что тот фрагмент, который вы мне пришлете, может быть, смысла не будет его разбирать полностью. Поэтому постарайтесь, вот те сны, которые можно тезисно поместить в комментарии, для того, чтобы все-таки смысл сюжета, он был весь. В чем отличие сна, в котором откуда-то прилетела, но самого полета не видела, от сна, в котором откуда-то прилетела, но видела и полет, и посадку. Сумбурно, но понятно, если честно. Так, давайте я вам объясню. Когда в ваших сновидениях вы видите определенный сюжет, надо понимать, что здесь не такая же логика, как у нас в нашем реальном мире. Вот смотрите, когда вы видите, и у вас акцент на то, что вы уже прилетели, но отсутствуют вот эти все подробности да, самого полета там или процесса самого, это значит, что в жизни сложилась уже такая ситуация, когда, допустим, вот у вас был какой-то план, вы добились своего, вы смогли осуществить этот план. Но у нас в жизни как бывает: вот, к примеру, да, вы хотите очень сильно устроиться в определенную компанию на определенную должность, да, работу получить. Например, это, к примеру, для того, чтобы вы понимали вот этот алгоритм того, как мы можем видеть ситуацию во снах. И когда вы будете планировать, добиваться того, чтобы вас взяли, это будет один сюжет сновидения. Это будет вот этот вот сам полет, да, потому что все перелеты, они всегда синхронизированы с существенными переменами в жизни. Точно так же, как в реальности. Самолет нас уносит на большие расстояния на маленькие мы можем чем-то другим добраться, так и получается, что вот сам процесс перелета это и есть процесс того, как вы добиваетесь чего-то, то есть вы к чему-то стремились, да, и вы туда направляетесь, а вот та, то место, куда вы уже прилетели, это определенная точка, цель вы ее достигли. И вот следующие, вот если бы вы, допустим, записывали сны, да, следили бы за снами. Вот люди, которые отслеживают, они точно так же видят. Допустим, когда они что-то начинают планировать, да, они видят, как они покупают билеты или они в аэропорту это значит они имеют возможность когда они летят это они реализовывают возможность когда они прилетели это они добились конкретных результатов потом что в жизни происходит вот вы прилетели вы получили работу да начинается следующий этап как вы там будете работать что там будет происходить так вот применительно к вашему сюжету сна, если вы уже увидели, что вы куда-то прилетели, точно так же в жизни, вы уже на момент этого сна чего-то конкретного добились. Теперь следующий этап. А вторая часть вашего вопроса, чем отличаются, когда вы летите, да, это то, с чего я начала объяснять саму схему сна. Это когда вы чего-то добиваетесь. То есть сам процесс, вот переход этот от одного состояния к другому, но в жизни это может выражаться в разных сферах нашей жизни. Так. Снились сапоги, плюшевые, салатовые. Они мне очень нравились, и я ими любовала. Шла в них по пляжу. Со мной был красивый мужчина. Ага. Сапоги на пляже. Очень интересно. Ладно, не будем придираться, не будем представлять себе, что это в реальности произошло, это был сон. Значит, сюжет сна разбираем. Я так понимаю, что это новая обувь, потому что если новая, это новые отношения. Вот конкретно в вашем сне это однозначно указывает на новые отношения, потому что рядом был мужчина. Я уже рассказывала, что по модели обуви легко определить, какая сфера жизни вот в конкретном сюжете сна. То есть, если деловая обувь, это, скорее всего, работа будет касаться. А у вас вот плюшевая, вот вся такая обувь мягкая, да, она практически всегда указывает, вот как тапочки, да, как, ну, допустим, мягкие какие-то сапожки. Она указывает одновременно на домашние обстоятельства, то есть обстоятельства личной жизни, и плюс к этому на то, что партнер, он будет, ну, как сказать, ласковый, мягкий. То есть не будет, он может в социуме быть там, я не знаю, как лев разъяренный, но с вами он будет ну, нежный, мягкий. Но его вот то, что вы шли еще где-то да, по пляжу, это, это точно указывает на отношения. Просто если вы знаете этого человека, то, скорее всего, с ним. Если это человек из прошлого, то это прототип. Ну, нового человека. Но в любом случае, если там новая обувь, новая обувь – это всегда новые обстоятельства. Вот все, что новое, это то, чего не было раньше в каком-то смысле. Ну, так что вот такой у вас сон. Я думаю, что вы поняли, что вас там ожидает. Так. Стрелка на колготках снилась к чему это? Спасибо. А когда вы видите свои ножки да, во снах, и вы видите колготки, это всегда указывает на какие-то дороги. Но дороги – это символ символ, понимаете? Вот в наших снах ну, все символика. Потому что подсознание собирают эти образы, и в образах же и передает все это. Там свой язык, язык подсознания. Вот получается, что вы таким образом видите характеристику некой дороги. И то, что стрелка на колготках это какие-то препятствия неприятные обстоятельства и плюс к тому из-за того что произойдет в какой-то этой дороге ну там просто если вы весь сюжет сна возьмете вы поймете тоже вот к чему это в жизни относится какие там были еще дополнительные символы а, кроме того что будет какие-то неприятности да, или препятствия, вам еще будет неловко за то, что с вами произойдет. Вот чувство стыда будет. Точно так же, как если бы женщина была, допустим, где-то в рваных колготках, да, как бы она себя чувствовала. Вот будет вот это ощущение тоже от ситуации. Так, Почему у меня все сны разворачиваются в одном доме? Там, где я жила в детстве, этого дома уже нет. Каждый день вижу сны, и все действия в этом доме вокруг этого дома. А я вам объясню чего. Вот э, всегда, когда идет отсыл каким-то образом прошлого, так или иначе, это на самом деле касается прошлого? А, вот у нас, когда на исцелении на программе проходит. Э, те элементы схемы, ну в общем эфиры те, в которых есть воспоминания, да, когда надо нечто вытащить из прошлого, вот даже неожиданные такие моменты люди вспоминают, которые они вообще вот сознательно не помнили. К чему я это говорю? Ваше подсознание постоянно вам показывает вот этот образ прошлого, который на вас влияет сейчас. И вам надо обязательно разобраться, что там было не так, из какой ситуации вы не можете выйти. Вы, во-первых, что-то повторяете одно и то же, раз вы не можете выйти из ситуации. То есть вы повторяете для себя в каких-то жизненных ситуациях, вот как в фильме «День сурка», одно и то же. Вам надо поступить по-другому. Вот понимаете, когда вы делаете одно и то же, оно не работает, не надо его сотни раз делать. Ну, в жизни поступать точно так же. Надо поменять что-то в своем поведении. Надо выйти за рамки той схемы, в которой вы, может, уже годами да, сидите, находитесь. Пока вы не выйдете, у вас будут годы проходить, и ничего в вашей жизни не изменится. То, что это дом, которого нету, это означает отсыл к прошлому, который уже в настоящем не имеет значения. А вы в нем до сих пор живете. Это образы. Вот подумайте, вы живете в каком-то прошлом, вы что-то из него взяли для себя, все вокруг поменялось, а вы живете по старому правилу. Ну, конечно, надо один-два сюжета полностью разобрать, чтобы вы поняли, что вы не так делаете, и изменить это в своей жизни. Потому что я вот не знаю вас, но я по такому сну могу сказать, что... Депрессия есть вот от того, что происходит в вашей жизни, что нет движения, что ничего с вами не происходит того, что вы хотите, если вы вообще знаете, чего вы хотите. Но я имею в виду вот это состояние, да, когда не знаешь, куда идти, и не знаешь, что сделать для того, чтобы хоть где-нибудь оказаться. Вот такое чувство потерянности в жизни вот примерно такое состояние у вас. Поэтому вам надо обязательно с этим разобраться. Так, что у нас тут еще? Я сейчас прохожу вашу программу желаний. У нас только половина программы. У меня начало все быстро исполняться. Это нормально? А вы хотите остановить это все? Ну, в смысле... Вы проходите программу для того, чтобы что-то изменилось в вашей жизни, оно стало меняться, а вы теперь тормозить собираетесь. Вот это то, что я называю блокировками. Если вы не разучитесь их делать, то есть не научитесь принимать то, что приходит в вашу жизнь, чего вы ждете, вы все время будете отказываться. От того, чтобы в вашей жизни что-то изменилось так, как вам надо. Чего вы испугали? Что у нас программа не закончилась, а у вас что-то там стало исполняться? Это нормально. Значит, вы к этому готовы. Просто наберитесь храбрости и дайте вашим желаниям дальше исполняться. Связь перерывается, у всех виснет. Ну, получается, тогда надо остановить наш эфир угу. я вижу что все пишут что что-то со связью хорошо я тогда сейчас завершу эфир ну и потом посмотрим может быть действительно со связью что-то на всякий случай всем пока до встречи в следующем эфире